Всем в нашем здании всем привет! И сегодня я расскажу о обманах, на которые попадаются пользователи интернета. Да, мне друг обманул дважды, хотя я его просто пересекли. Он сделал для меня такую штуку. Сейчас напишу. Вот здесь. Вот это вот. Я его нашел. Все. Так, как попадаются мне? Вот Free Robux. На Roblox. Как попадаются? В игры. Долбодят. Ища. Они на поиски названия заходят и тупо выполняют то, что там нужно выполнить. И да, скоро это ехать. Рекомендую вам лучше не скачивать то, что вам предлагает делать. Кто его знает? Может, он вам там брошюрку писал? Так. Как попадаются пользователи? Вот тут вот некоторые думают, что это реальные игроки Роблокса, но эти игроки Роблокс — это чат-боты, которые отображаются в списке игроков. И тут даже сам Роблокс. И это доказывает, что это просто фейк. Вот, мы стоим и вводим там пароль и все. Пока он взламывает хакеры. Команда хакера взламывает аккаунт. Так что... Хотя это вот так мне, который создал эту игру, уже давно было. А, над этой игрой, над всеми играми в исходной Роблоксе работают талантливые игроки, которые взламывают аккаунты других игроков и наслаждаются игрой на чужих аккаунтах. Вот такие вот дела. Никогда... Бейки и всякое другое. Лучше будьте честными игроки. Никогда не верьте вот этому парню. А вот это вот что? Это вирус Чу. Сейчас лучше ничего не скачивайте, будьте честным игроком, будьте всем, как я, а иногда серьезно, если там что-то случилось. На этом мы с вами закончим. Всем приходите в здание. Всем пока!